Имеют место быть на сегодняшний день такие факты телефонных мошенничеств, когда мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками банка и говорят, что несколько минут назад с их банковской карты попытались через интернет-магазин какой-то осуществить платеж. Ну, естественно, потом начинают выпытывать информацию у потерпевших, то есть для того, чтобы избежать съема денег, необходимо там дополнительно защитить карту, проверяют данные, ну и потерпевшие, сами того не подозревая, начинают говорить все те конфиденциальные данные, в том числе даже и пин-код. Ни один сотрудник банка не имеет права, и он не обязан и не должен знать информацию о карте владельца. Ни один сотрудник банка не будет спрашивать эту информацию. Благодаря вот этим всем данным о карте владельца и кому она принадлежит, через некоторые интернет-ресурсы без проблем можно обналичить деньги без присутствия владельца и без ввода пин-кода. Ни в коем случае нельзя никому говорить ни пин-код карты, каким бы банком ни представлялся сотрудник, какие бы данные о вас он не знал, никаких данных о карте, ни номер карты, ни CVV-код, ни срок окончания ее дату. Этого делать категорически нельзя.